Яна Лет. Препараторы. Зов ястреба. Книга первая. Стужа была очень близко. Она всегда была близко, и я, как и все, привыкла об этом не думать. По-своему, она была красивой, как будто с неба на землю плеснули ледяного молока, и оно застыло в полете. Навеки. В его глубине быстро двигались неясные тени. Не снитиры, они не подходили так близко к границам поселений людей, чтобы их можно было разглядеть. Некоторые верили, что эти тени – души погибших в стуже. Он открыл глаза и увидел Рагну. Бьеран вскрыл ее от шеи до паха. Внутренности выпали на снег, и от них в морозный прозрачный воздух стужи поднимался пар. «Рагна! Рагна! Рагна!» «Я хочу, чтобы в свои свободные дни ты узнала все, что можно, не привлекая внимания, об Эрике Строме. Какое-то время назад погибла его напарница. Я хочу узнать больше о том, как это случилось». «Кто-то копает под меня. Если новичок погибнет, моей репутации придет конец. Особенно после того, что случилось с Рагной». «Я знала, что первый выход в стужу будет проходить с Эриком Стромом, и нервничала». «Человек, который их убил, был физически сильным. Нанести такие раны, сломать кости – это точно был мужчина. Наверное, высокий и широкоплечий, и хромой». «Нас обеих толкнули в спину». «Вы хотите сказать, среди препараторов есть сумасшедшие?» «Не говори того, о чем пожалеешь. Я не знаю, кто и чего наговорил тебе про препараторов, про нас или про меня. Но ты знаешь, что я не такая». «Беги! Быстрее! Они могут появиться здесь минута на минуту! Я никому не скажу про тебя, но больше не суйся ни во что подобное, или даже я не смогу тебе помочь». «Успокоиться. Она делала это уже много раз. Может, на слое души она и не блистала, но с капсулой у нее никогда не было проблем». «Помогите ей! Ну же!» Стужа умела говорить «нет». Коротко и ясно. И препараторы знали, когда спорить не следует. «Можно сколько угодно говорить о том, что иначе стужа поглотила бы всех нас, или что-нибудь ее, наш континент, как и другие, утонул бы в бесчисленных войнах за драфты, препараты. Менее чудовищным это не становится, так ведь? Так устроен наш мир». «Довольно. Я спрашиваю не об этом, Стром. Что такое сердце стужи на самом деле?»